Владин Влог, приветствую вас на своем канале. И сегодня я буду готовить очень вкусный тыквенный пирог. И, естественно, поделюсь этим рецептиком с вами. Готовится безумно легко и очень даже быстро. Так что, если вы не очень любите готовить, то этот пирог точно для вас. Просто пальчики оближешь. Так что давайте не будем терять времени зря и поскорее начнем его готовить. Для пирога нам понадобится 1,5 стакана муки, 3 яйца, 1 стакан сахара, где-то 1 чайная ложка ванили, щепотка соды, также нам понадобится тыква 300 грамм и 1 яблоко. И для формы нам понадобится где-то 30 грамм сливочного масла и 1 столовая ложка манной крупы. Я очистила тыкву и яблоко, очистила от сердцевины, теперь натираем на крупной терке. Теперь на этой же терке натираем яблоко. Все, теперь тыкву с яблоком оставляем в сторонке. Пока мы сейчас будем делать тесто, тыква как раз отдаст свой сок. Мы потом его выжмем, чтобы пирог у нас получился не влажный. Начинаем взбивать наши яйца и постепенно добавляем сахар. Теперь также постепенно просеиваем муку и тоже взбиваем до однородности. Теперь добавляем к тесту тыкву. Я немножко добавила в тыкву крахмала, чтобы пирог не получился совсем влажный. Но если вы не хотите, вы можете, конечно, не добавлять. Все, теперь вливаем наше тесто форму. Я уже смазала форму сливочным маслом и присыпала немножко манной крупой, совсем чуть-чуть, чтобы наш пирог не прилип. И теперь вливаем наше тесто. И я, наверное, еще немножко сверху присыплю молотой корицей. Повторюсь, если вы не хотите, вы можете этого не делать, если вы не любите корицу. Теперь отправляем в духовку на 180 градусов на полчасика. Все, пирог наш готов. Прошло где-то 40 минут. Я его оставила чуть подольше, чтобы он точно испекся. Я тут его проверяла с шпажкой. Вот. Сейчас будем пробовать. Надо подождать, пока он немножко... О, Господи! Остынет, вот, и будем пробовать. Ну все, пробуем, что у нас получилось. Вот такая вот прелесть. Пахнет на всю квартиру просто невероятно. И очень красиво получилось. Мне нравятся такие осенние оттенки. Так что давайте попробуем. Господи, это очень вкусно получилось. Советую на все 100%. Готовится невероятно легко. Ничего сложного, я думаю. То есть, как я уже говорила ранее в других роликах, не нужно ждать, пока тесто поднимется, потом опять его месить. Нет. Это очень быстро и очень вкусно. И люди, которые очень любят тыкву, да и в принципе... Кто и не очень любит, попробуйте, очень вкусно. Получилось легко, я повторюсь, и по-осеннему. Тыква у нас же такой осенний овощ. Это овощ или фрукт? Овощ. Тыква у нас же осенний овощ. Так что
и осенний пирог можете приготовить. Очень легко, быстро и вкусно. И вся ваша семья будет довольна, что вы такой на все руки мастер и приготовили такую вкусняшку к чаю. Так что всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь. Ну и увидимся с вами в следующих роликах. И всем пока-пока!